Есть в городском архиве небольшое хранилище, стоящее особняком от других. В безликих металлических шкафчиках тысячи документов. Среди них свидетельства о рождении, документы об окончании учебы, аттестаты зрелости. А главное, трудовые книжки, заполненные и оформленные по всем правилам трудового законодательства. Не все крупные предприятия города оказались безответственными и оставили своих работников без личных документов. 37 канувших в лету заводов, фабрик и трестов сдали документы сотрудников на длительное хранение. Их очень-очень много. Вот свидетельство о рождении. Вот. Например, он будет искать. В этих трудовых книжках целые истории. И дело в том, что именно здесь указан стаж, который сейчас гражданам, уходящим на пенсию, приходится подтверждать через суд. Они лежат здесь, в городском архиве, когда-то сданные бухгалтериями предприятий. В списке лидеров завод «Шимкентшина», «Асбесткомбинат», «ПМК-7», завод прессов-автоматов и «Горпищеторг». Трудовые книжки подтверждают стаж сотрудников профтехучилищ, банно-прачечного комбината. Есть документы департамента ЖКХ, областного вычислительного центра, сельхозкооперативов. Востребовать трудовую книжку или документ об образовании можно одним заявлением. Если граждане Казахстана, они обращаются в ЦОН, мы обслуживаем через ЦОН. Если граждане, допустим, СНГ или дальнего, ближнего зарубежья, они обращаются сразу к нам, едут сразу к нам. Здесь пишут заявление, принимаем здесь их, мы обслуживаем, им даем полную информацию. Ну, в основном к нам ходят о трудовой деятельности, они спрашивают подтвердить свою трудовую деятельность, стаж работы, там, заработное платье, характера типа того, такого характера спрашивают. Мы в течение 15 дней заявление здесь принимаем, и в течение 15 дней мы на их заявление отвечаем. Первые трудовые книжки от предприятий поступили в городской архив в 1993 году. К сожалению, далеко не все предприятия города выполнили свои обязательства. Не все сдали, да, многие документы утеряны, допустим, не все сдали. Ну, в то время, сами знаете, никому ничего не нужно было. Мы работали только 3 человека, 3 штатные единицы был городской архив. Мы тоже не смогли как бы осилить все это. Но в основном документы сдали, но есть предприятия, которые полностью утеряны документы. Задача архива на сегодняшний день – выдать максимально возможное количество документов их владельцам. Архивариусы уверены, несмотря на переезды городского архива, все документы в порядке. В общей сложности каждая бумажка будет лежать в хранилище 75 лет. По уставу так, у нас хранятся документы, которые 75 лет срок хранения имеют, а в областном хранятся документы, которые постоянного срока хранения. То есть есть документы, которые не имеют срока давности, да? Да, да, срока давности не имеют, это вечного срока хранения. Это касающиеся истории нашего, там, экономического, политического, разного характера документа, которые вот по номенклатуре утверждены, что на них срок хранения постоянный. Хранилище городского архива – это жизнь нескольких поколений шимкентцев. Многие документы никогда не пригодятся, но все же бережно хранятся архивариусами. В огромных залах соблюдается определенная температура и влажность. Документы сортируются и подшиваются. Создается электронная база данных. Сегодня городской архив Шимкента имеет собственное просторное здание в микрорайоне Нурсад, неподалеку от областного центра крови.